огурчики, помидорчики. Много всего. Завались просто, умотаться. Это Ситимолл. О, это торговый центр. Эльвинка, посмотрите. Эльвинка, ты знаешь песню мою? Огурчики, помидорчики. Меня милый целовал в коридорчике. А что ты так хорошо выглядишь? Сучара, блядь, она специально на контрасте со мной специально сделала. И макияж, и все. Ногти, ногти, ногти. Ногти-то мне все уже, капец. А да. Чё такая большая стала? В смысле большая? Высокая. Ну ты, блядь, ну ты ж пендик, Эльвина. Ну я тебе говорю, ты мне чуть по выточку прям стала. По выточку, у нас разница с тобой немножко. Ну конечно, Эльвина, я 1.65 м. Ну я 1.57 м. Ну ты в мечтах, во влажных. 1.57 м. Вовка, посмотри, какой красавчик. Ну, Вовку наверняка вы видели, знаете и наблюдаете регулярно. Ой. Вот это что? Это гамак? Ага. Ой, в общем, мы в торговом центре. А, хотим что-нибудь взять. Выпить, закусить, поехать к Эльвинке. Вот и все. Вот такие вот дела. Резинку сняла с волос, так жарко. Надо надеть. Время почти 6 часов вечера. Это что такое у тебя? Покажи. Начисы. Они невкусные. Это, конечно, нет. Mm. Ой, Иришка, я пошла посмотрю конфеты. Подожди. Корм для животных. Так, что там с конфетами? Красный мак. Со скидкой 35%, 60 рублей. Ух ты, какие дорогущие. Еще 600 рублей килограмм. Ну, так получается. Да, да, да. Я не буду покупать, потому что красный мак не купила мама. Не купила мама. Мама, мама. Нужно просто забрать. Завтра, надеюсь, доеду. Заберу. Сейчас буду пить вино, есть мясо. Вот и все, вот и все. А, что не спрашиваешь, таблетки привезла? Ну, дома. Дома отдашь. Отдам, конечно. Пожалуйста. Потому что с ними реально ведь с этими таблетками у нас за пара нет. Таких именно, конечно, нет. Это производство Турции, конечно, нет. Нет, ну раньше же были. Вот это точно такие же? Ну, я не знаю, ну, Дубакин, 300, жить всего. О, умотаться. Мясо. Мясо, мясо, мясо. Мясо, мясо, мясо. Умотаться всего. А даже не знаю. Я, наверное, может, вон тот. Хотя без разницы, я бы крылышек поела. И я бы. Это тоже очень так приятно выглядит. Не знаю. Илюшка, что ты думаешь? Ребра? Духовку закинем. А жарить мы на костре не будем? Не знаю. Кто будет жарить? Блядь, это вот... Слушай, а кто будет жарить? На тот момент, что, если честно, то Олег то приедет чуть позже. Кто будет жарить? А ты не умеешь? Вот привыкла с мужиком-то жить. Я бы жила в своем доме, я бы умела. У меня мама все умеет. Я бы умела, да. Угу. Мясо выбрали. Салат решили не брать. Да ну нафиг. Сыр. Надо, не надо. Какой хороший, какой огромный выбор. Мне нравится такое. Очень даже. Король Севера. О, какой твердый. Поеду в Турцию, возьму. В закрома себе. Ох, возьму. Ох, возьму. Какие булочки. Это магнит? Это магнит? Это магнит. А, такие же, как в пятерке продаются. Такие же вот в пятерке продаются. Где Эльвишка? Вон она, в хлебном отделе. Какая коротенькая вообще. О, кофе есть. У нас на Ленинском убрали. У нас на Ленинском убрали
кофемашину. Где, в Пятёрке? Да. Вовка с флагом, с Днем Победы, в Георгиевской ленте. Правильно. День Победы у нас всегда в сердце. Ленке говорю, надо было раньше собраться. Она говорит, типа я знаю тебя, ты бы не собралась раньше. Как не собралась? Но я бы просто не стала на балкон, окно бы на кухне не стала мыть, шторы не стала бы стирать. Я так, бокал разбила, тот, который красивый мне Олеська подарила. Стоял у меня на подоконнике на кухне, грязный. Я открыла окно, и он у меня слетел. Вы представляете, я офигела просто. И полетело все, рассыпалось. Элинка нашла причину, почему она мне по выточку. Да? Ну, прям вот так вот. Она говорит, потому что у тебя кроссовки на этом, на плорал. Ну, не то, что небольшой. Я прям, чувствую, что я ее раздражаю. Понимаете, что я такая высокая? Она такая говорит, что такая высокая? Не могу понять. Что такая большая? А сама... Я себя так неуютно чувствую. Да. А прям реально шпендик. Прям вот реально. Некомфортно. Тут что-то... Подняла, да, сиденье? Подкачала? Как ты вообще достаешь до этого? До педалей, да. И все для людей. Все для людей, да. Ты бы знала, какая у нас погода классная? Я не знаю, что ли, а вот тут... Это прям классно считается, да? Конечно, ты что? Эльвина, 10 лет назад ВКонтакте 14 мая была в платье. С открытым верхом. Я даже помню этот день. Мы с Сатиной ходили фотографироваться в яблонях. Было очень-очень жарко. 14 мая, 10 лет назад. Оповещение ВКонтакте. А что, ты помнишь фотку-то? Недавно вспоминали. С зоны мы ходили в музей. Да. Тоже ведь это было начало мая или конец апреля? Это апрель был. Апрель. Так мы и то уже. Я была в футболке на фотографии и в юбке. И мы сидим с тобой возле красного-белого, как да. Обычно. И сидим. Да. А мы сейчас, кстати, заедем в КБ. Да. КБ это конструкторское бюро. Мы же тут все чисто конструктора. Да. Инженеры. Инженеры, да. Бухгалтера. Люди научных профессий. Элинка, ты как живешь? У тебя все хорошо? Отлично. Отлично. Она вся при макияже. Она готовилась ко встрече с великим блогером. Такая беленькая. Честно пишут, вся такая ухоженная, Судакова, да, учись у подруги. Смотрите, она вся. Честно пишет, два бульдога. Да. Одни так радостно. О, типа, что ты к Элли поедешь? Одни-то нормальные, адекватные, видимо. Ты к Элли поедешь? Я говорю, почему вы Элли называете? Эльвина же она. Эльвишка. А я такая, типа, ты к Элли поедешь, типа, все нормально, типа, что будем ждать, девочки, видео с вами. А одни пишут, о, два бульдога будут в кадре. И я думаю, тебя, ну вот, вот эти будут ждать еще больше. Конечно. Эти будут еще больше ждать наших видео. По дороге с облаками. К Эльвишке едем, к Эльвишке. Ты в курсе у меня собака? Собака? Угу. Нет, не в курсе. Какая собака? Она меня сожрет? Сожрет. Оближет. Так собака-то какая? Ну, как тебе объяснить? Такая обыкновенная, дворняга. А где ты взяла ее? Да, на саду взяли, в монастырке. Я на Авито ее увидела. Мне так жалко ее стало. А себя тебе не жалко стало? А мне тут что жалеть? Ну так ты... Я же не на саду. Ну так ты смотреть за ней будешь, ходить. Тебе мало? Трех мужиков. Ну, нам коты все обоссали, ты даже не представляешь. Я такая злая на них, блин. И ты решила котов проучить собакой, да? Это ты месть задумала? Сейчас коты вообще обходят стороной. Ты рада, да? Конечно, а как? Это чисто по-нашему. Решила завести собаку, чтобы не ссали коты. Это жесть. Это просто жесть. Она красивая? Такая лохматенькая. Как зовут? Джесси. Я ее хотела Жулькой назвать, у нее уже было имя. Я ее не стала уже переименовывать. Джесси. Джессика. Джессика Альба. Джессика Альба. Я сейчас покажу эту Джессику Альбу. Подожди. Прям на самом деле как Альба, да? Но.
Один в один. Я вам сейчас покажу. Как обычно, все самое интересное происходит, когда не снимаешь. Выходим мы из магазина, дергаем двери машины, они закрыты. Эльвина стоит рядом и с непониманием, типа, что почему машина закрыта. Ну. И такая говорит, я же ее обычно не закрываю. Я говорю, в смысле? Ты живешь, ну, так скажем, в частном секторе. Ну, хотя, в принципе, вы тут все друг друга знаете. Так в том-то и дело. Она говорит, я машина. Я не закрываю машину. Я говорю, ты что? Я такая, нет, я просто испугалась, что я ключи не вытащила, и она сама захлопнулась. Вот что я испугалась. Вова дернул двери, я дернула двери. Эленка думает, машина захлопнулась. Я говорю, она говорит, я удивилась, что машина закрыта. Я говорю, как ты удивилась, что машина закрыта? Ты ее не закрываешь? Она говорит, нет. Нет. Ясно? Нет. Тебя боятся, да, тут Эльвинка? Держишь? Да нет. Шанхай. Ничего не бояться. Олег держит. Ну, знаю, да, его? Ну, конечно, знаю. Знают, блядь, знают, что лучше не связывать. Никто не связывается. Да, да, да. Знают, знают. Тут, короче, купили вина, пиво. Да, какая-то проблема в красно-белом. Я-то купила вино в этом, в... В Магните, в Сити Молл. Эльвинка здесь купила вина, пиво, этих. Ну, вот ты водку покупала, что ли? Да нет, конечно. Ну, так она уж собирает. В общем, чипсов мясных таких, сухого сыра. Как вкусно мне сейчас будет. Так давно все это не ела. Очень, да. Сколько дней будет лето, Иза? Через 2 недели, Вовка. Сегодня какое, 14? Вовка, ты лето ждешь? Он каникулы, наверное, ждет больше, чем лет. А, Во, а как твои успехи в школе? Нормально. Нормально? Ты пятерочник? У меня оценок нет. Оценок нет? Мелким не ставят? В первом классе нет. Сейчас будет Джессика Альба, следующий кадр. О, мы сегодня ее, кстати, к конуре прибили этот цепь. Она, наверное, конуру на улицу вытащила. У дома. Блять. Чувствую там трешак. Джессика Альба сейчас меня откусит ногу мне, короче, блядь. Будет трэш-контент. Я не хочу вот такой, я... С элементами мяса, крови. Да-да. Мам. Ой, мы приехали. Мам. Вон она, Джессика Альба. Вон она. Так у вас тут стройка полным ходом. Мне мама говорит, Эльвинка там и деревом занимается, и всем занимается. Деревом. Что-то там они делают. Я говорю, мама, да, они такие. Она тебя смотрит ВКонтакте, представляешь? Да? Да, да. Молодец. Джессика Альба. Джесси, ты поела? Так она, слушай, она симпатичная. Она еще маленькая, кстати. Вот поела, сейчас не поела. Джессика? Ой, ой, ой. Она чуть телефон не съела. Нет, ну так погладьте. Ну подожди, у меня рука. Одна снимает, вторая это. Так. Джессика Альба. Ой, ой, ой. Привет, привет. Как пахнет этими. Ой, так вы посмотрю, разжились тут, настроили всего. Мам, мам. Посмотри, а. Разжились, разжились. Угу. Ага. Это что, у вас там баня, да? А, ты же не была ведь? Ильишка, я же не была. Можно зайти посмотреть? Конечно. Она работает? Ну, зато пипит, конечно, работает. Мы вчера в бане были, кстати. Ого. Ого, на варежке, блядь, закрыто. Все по-нашему. Давай, давай. Вениками пахнет, действительно пахнет. Это что, Олег построил? Конечно. О, у Коршуновых сейчас баня есть. И он все сам оббил, да? А? Эльвинка, можно ходить в кроссовках? Нет, так-то. Нет, так-то. Вова, ты куда пошел? Я тоже такой модный. Я не хочу вызываться. Тихонько, по цыпочек. Да ладно, ладно, разуюсь. Дашь мне ложечку? Да. Не, мам, я дам. Ты дашь? Иду в коридоре. Ой, Эльвинка, да как красиво. Как красиво, посмотри-ка.
Парилка тут. Полок. Тазики. Элинка, сколько встала баня? По деньгам? Да. Ой, вообще, у нас ушло 250 без коробки. Коробку мы делали отдельно еще в прошлом году. Тут вот стеллажик. Элинка, очень хорошо. Короче, до хера. Ну, 250 это же немного, ты что гонишь? Без коробки. Это в смысле, где шлакоблоки еще были сделаны. А. Там, наверное, сотка где-то. Мам, что это такое? Больше даже. Но это я не считаю, вот это все мелочи еще. И еще надо здесь ванну нам вытаскивать. Что это такое, мам? Полка? Ты что, не был в бане, что ли? Полина ходит, удивляется. Ой, я не могу. А тут что за будет за окно? Да здесь я не знаю, что мы потом сделаем. Типа панно. Делай то, что любишь, люби то, что делаешь. Девиз жизни. Это ты сказала? Амар Хайям. Боже мой, самовар. Элинка, всё, ты что это думаешь, никто не видел, тут эти бычки стояли. Целая пепельница. Что, засняла? Ну, конечно, когда зашла и первым делом. Ну, это не крупным планом было, а так. О, ложечка. На меня девка. Ложечка. Вовчик, позаботься. Спасибо, дорогой. Дайте Бог здоровья. Блять. Выключай свет. На улице же будем. Конечно. Да? Конечно. Свет-то выключай. Вова, иди забери тогда продукты. Джессика Альба очень хороша. Реально. Где мы будем сидеть? Там? Здесь? Нет, там нам убираться надо. А что там у вас? Да там пипец. Не снимай даже. Так а что у нас? Видно, что рабочий процесс. Там инструменты лежат. Какой пипец-то? Я бы понимаю, тут были бы бутылки. Там просто инструменты лежат. Мам. Станок стоит. Какой это? Какой пипец? Это обычный инструмент. Это рабочий процесс. Отлично просто. Отлично. Уже хорошо. Вы все сделали хорошо. Молодцы. Кто-то квартиры покупает, а кто-то дома строит. Молодцы. Что хотела, чтобы упала или что? Мам, это для меня самое вкусное. Сейчас я вам покажу. Мясные чипсы. Так, надо вот так вот встать, чтобы от солнышка, чтобы видно было. А то все отсвечивает. Вот этот сыр. Я давно его так не ела. А, ну так, семки. Семки это было. Сухарики. Семки черные было, белые. Черные? Со вкусом томата и зелени. А, и... Просто это не для каждого свиные ушки. Свиные ушки. Вино белое. И еще пиво. С Элинкой. Мы начнем с пивка. Все. Чао, крошки. Я сижу рядом с псом. Видите, она мне угрожает. Что может в любой момент меня сожрать. Я говорю, Элинка, давай выпьем. И я говорю, как, блядь, все забыла. Как это было? Халкнем. Ты говоришь, давай выпьем пивка, я говорю, что халкнем. Ну, короче, я все забыла. Нет, я говорю, либо домой мне идти за посудой, либо халкнем пока. Халкнем. Два халка, блядь. Сейчас синие будем, а не зеленые. Малышка. Чайник включи полный. Вот, сиди спокойно, наконец-то ты утихомирилась. У вас там дома тоже изменения? Да нет, диван только и все. Что? Диван только, другой и все. Тот-то я продала же, который это, типа эко-кожа. За сколько? За 5. Я бы удара не взяла. Что-то он классный был. Был. Они его перетянуты, и вообще он как будто новенький. Угу. Где Светка? Дома, наверное. Что ж, не знаю. За вас. Мне, кстати, Wi-Fi поймался. Угу. Помню. Вы тоже не забывайте.